2 мая на базе школы номер 6 имени Омарова состоялся урок мужества. Основная цель данного мероприятия – это донести до воспитанников важность сохранения патриотической памяти и правильное ношение георгиевской ленточки. Отметим, что занятия проходили для выпускных классов. На уроке школьников окунули в историю Великой Отечественной войны и рассказали о ключевых событиях. Стоит подчеркнуть, что и сами выпускники не остались в стороне, они дополняли докладами и делились своими знаниями о том времени. Героическая оборона Ленинграда, Смоленское сражение, начало обороны Одессы. В 41-м, погод 45-й, в снег, в распутицу, в зной и в пыли, сотни верст отсчитали солдаты. До Берлина от Волги дошли. Разбавили мероприятие видеоуроки об основных событиях Великой Отечественной войны. Дети с большим интересом слушали историю нашей страны, в том числе и о заслугах нашего города в годы войны. После к воспитанникам образовательного учреждения обратилась директор школы номер 6 Мадина Гамзатова. В нашей стране и в других странах нашей планеты это самый главный день. На алтарь победы над фашизмом человечество положило жизни более 55 миллионов ни в чем не повинных людей, тысячи сожженных дотла деревень, сотни разрушенных городов. Слишком большой ценой досталась победа. Кроме того, в это время в школе также прошли подобные уроки и для учащихся первых классов.